Братик, а что ты ешь? А, там у меня орех от Сникерса в зубах застрял. Я решил доесть его. А, понял. Ого, ты видел, как они там гоняют? Видел, и чё? Я тоже так смогу. На чём ты так сможешь, блин? На трёхколёсном велосипеде, что ли? На батиной машине я так смогу. Не сможешь. Смогу. Не сможешь. Смогу. Не сможешь. Смогу. Пойдём. Куда пойдём? Батину машину возьмём и поедем. Я тебе покажу. Потом твой батя, блин, тебе покажет, что голова отлетит. Братик, ничего мне мой батя не сделает. Как он узнает, что я машину взял? Ничего, что я здесь стою. Ну-ка, ключи положи. О, папа. Ключи положи. Ну, пап, мне ключи для фокуса нужны. Для какого фокуса? Ну, хочешь, мы покажем тебе фокус? Ну, давайте. Фокусы я люблю. Закрой глаза и считай до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А фокус смешной-то хоть? Я спрашиваю, фокус смешной? Не понял. И в чем фокус? А ты видел, братик, как тот мужик в фильме дрифтом в поворот входил? Видел, и чё? Я тебе говорю, я так же могу. Сейчас приедем, посмотришь. Ой, да ты не сможешь. Смогу, смотри, даже здесь чуть-чуть. И ничего не получилось, блин. Сейчас из машины выйдешь и с улицы посмотришь. Выходи. Смотри, настоящий дрифт. Ого, как он так делает, блин? Ты видал? Фигня! Ничего у тебя не получилось! Они там не так делали! Так они делали! Смотри еще раз! И что? Не так они делали? Ой, да я тоже так смогу! Давай, смоги! Давай! Смотри! Братик, только ты аккуратно едь, тут могут люди ходить. Братик, откуда тут люди? Тем более я профессиональный водятел. Ой, водитель. Да, капец он, блин, ездит. И куда он так далеко поехал, блин? Сейчас я ему покажу, блин, дрифт. А как тут эта скорость? Иди сюда, скотина такая! Мне домой надо! А ну стоять! Сейчас я тебе сделаю домой! А что случилось? Что у тебя с лицом? Ничего, все нормально. Если что, я там бабку никакую не сбивал. И вообще там бабки никакие не ходили. Поехали домой. Ты что, блин, там бабку что ли сбил? Нет, она сама сбилась, блин. А ну стой, падла, иди сюда! Ну ты дебил, блин! Давай в машину! Гони, братик! Ты чё не едешь? Бабка машину держит! Да не может быть! Сильнее газуй! Ты
сядем! Будем драться! 2 на 1! И что делать будем? Да чё? Сейчас бабки наваляем по-быстрому. А чё, бабок можно бить? Конечно, можно. Тем более она первая начала. Ну ладно, пойдем. Слышь, бабка, давай иди, мы тебя бить не хотим. А кто сказал, что вы меня будете бить? Ты чё, бабка, блин, офигела? Я тебе сейчас за своего братика нафиг кабину помну. Кабину помнёшь, говоришь? Опа, что тут происходит? Ты зачем старушку толкнул? Да-да, он меня толкнул. Да я ее не толкал! Она первая! Она меня головой об капот била! Вот это вот бабушка, божий одуванчик! Тебя, лося, головой об капот била? Ты что тут сочиняешь, мальчик? Врет он все, врет! Он вас бил? Да-да, он меня избить хотел и ограбить. Ну все, я пошла домой. Ясно все. Ну чё, я тогда тоже домой пошёл? Стоять! Почему стоять? Потому что я тебя в тюрьму забираю. За что в тюрьму? За то, что ты бабку побил. Блин, куда Лёню повели? Да пофиг на него, главное, что машину не тронули. А то бы меня батя убил. Подпишись за братиков, подпишись. За батю комментарий напиши, подпишись. За Борьку лайк и колокольчик, подпишись. Если ты не пончик, если ты не пончик, подпишись, если ты не пончик, лайк поставь.